миллионов, а не 30 лет в этом году освоили. А вообще 80 миллионов. Здесь, потому что нам не все равно изменение климата, которое влияет не только на Украину, да, но влияет в большей части на весь мир в целом. Все знают о том, что сейчас происходит много экологических проблем, проистекает из глобального потепления. При том, что сама проблема может кому-то казаться достаточно абстрактной, вот, в целом вопрос климата, он объединяет в себе целую массу климатических, не только климатических, экологических проблем. Это животноводство, это выброс СО2, это не экологическое производство, это массовое потребление и неправильная утилизация отходов. Это вымирание редких видов животных, занесенных в Красную книгу. То есть и все экологические организации, ну большинство из них, да, занимающиеся в целом какими-то узкими специализациями экологии, объединяются на фоне того, что всем очень важен вопрос климата. Я сегодня вышел, потому что мне не безразлична судьба планеты. Мне хочется поддержать движение, пусть это будет маленькой каплей, но мне кажется, это будет толчком к тому, чтобы замыслиться над проблемами, которые действительно касаются каждого из нас. Зміни систему, а не клімат! Зміни систему, а не клімат! Нам це потрібно! Ні! Нам це потрібно! Ні!